Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги моего канала, подписчики. Приехали вот в такое живописное место, на рыбалку. Разложились. Прикормку сегодня используем вабик, вабик-лещ и вабик-универсал. Пока раскладывали все фидеры, уже на опарыша словили 4 небольших подлещика. Место красивое. Ну, достань, Коль, покажи, какие подлещики. Такие вот небольшие подлещички. Поклевки есть, это радует. Друзья, один фидер закинули на кукурузу и 2 фидера закинули на опарыш. А там вот ловит товарищ, тоже на 3 фидера, также использует прикормку вабик. Коля, вот поклевочка, посмотрим. Будет продолжение или нет? На опарышах хорошо ловить, заглатывает хорошо. Что-то видно, мелочевка долбит. Подтянем немножко. Поклевочка, давай, Коль. Смотрим. Есть что, нету. Коля, чувствуешь что-нибудь? Что-то мелкое. Ну, Колян второго подлещичка достал. Вот такой вот красавец. Мы будем продолжать ловить и показывать вам рыбку в прямом эфире. Ну вот, друзья, на такую прикормку ловлю. Мне понравилось ловить, прикармливать. Довольно неплохо работает. Покупная рыба, мелкая рыба. Что рекомендую. Данную прикормку я выиграл. На YouTube канале получи леща. Мне поклевочки есть, он мелкий, на мелочи пробую. Даже стыдно такое показывать.
берег кидаешь. Что там есть кто-то? Колян. Колян чемпион. На кукурузку поклевал. Пока не хочет брать. Поклёвка хорошая. Там, видишь, дно. Там бровка и дно начинает. Ну, потиху поклевывает. Бери его. Вот еще один подлетит. Вот так.
Колян не спит. Колян молодец. Пока мы с тобой коптильни рассматриваем. Ну, хороший бог. Глянь, сорвался. Прикинь. Положи, Колян, пидор, да. Покажи себя в камеру. Ну, подлещик. Грамм на 500, наверное, будет. Пацак. Давай, давай, давай. Аккуратно. Леднюк. Такой вот улов, 14 подлещиков и один ленек. Этот большой подлещик завесил 660 грамм и ленек завесил 390 грамм. Сейчас положу всю рыбу в пакет и ради интереса взвешу весь улов. Ну вот, друзья, общий вес рыбы 3 килограмма 15 грамм, как раз для копчения сегодня подойдет. Коптильня у меня влазит как раз 3 килограмма. Все, друзья, спасибо за просмотр, спасибо, что остаетесь вместе с нами. Всех благ вам и вашим близким. Вот, друзья, так вот закоптил рыбу, которую словили. Теперь подождем, когда она остынет, и будем пробовать.